Привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Лада Веста. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон разобрали, краткий обзор. Пол в багажнике, ведь несколько кусков фибры. Тут в задней арке ведь небольшой кусок. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. По дверям смотрим. Задняя дверь. Тяжелый металл. Крыша. На крыше ведь небольшой квадрат присутствует, фибропласт. Передние двери. Был металл. Ну, пол также кое-где фибропласт присутствует. Но владелец данного автомобиля жалуется. Все равно шумный автомобиль. Поэтому готовим поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, проклеили двери двумя слоями, навесим. Первый слой, видите, у нас фибропласт 2 мм. Второй слой, также фибропласт 2 мм. Проклеили у нас пол в салоне. Максимально обрабатываем поверхность, тщательно прокатываем валиком. И крышу, видите, также проклеили первый слой фибропласта. И приступили клеить второй слой шумопоглотителем. Толщина его 10 мм. Смотрим дальше. Закончили клеить фибропласт в багажнике на весте. Видите, проклеим у нас пол в багажнике, проклеим задние арки. И салон закончили клеить шумопоглотителем. Такой у нас ковер получился. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на весе. Проклеим шумопоглотителем багажник. Задние арки, крылья. И дверь нанесли. Третий дополнительный слой шумопоглотителя. Толщина 15 мм. Также частично салон мы уже приступили собирать. Сейчас дособираем, все проверим. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!